Электрический духовой шкаф EDM072C. Размеры духового шкафа 595 на 595 мм при глубине встраивания в 575 мм. Выпускается EDM072 в цвете слоновой кости. Объем духовой камеры составляет 60 литров при производительности 2900 Вт. Управление духовым шкафом реализовано с помощью винтажных поворотных переключателей. Режимы духового шкафа переключаются поворотом ручки в нужную сторону. Возможные положения переключателя режимов. Автономное освещение. Позволяет включить освещение внутри духового шкафа. Размораживание. В данном режиме можно быстро и деликатно разморозить любые продукты. Нижний нагрев. Включает только нижний нагревательный элемент. Верхний и нижний нагрев. Подходит для выпечки. Верхний и нижний нагрев плюс конвекция. Включается верхний и нижний нагревательный элемент с вентилятором. Турбогриль. Включается гриль и верхний нагревательный элемент. Таким образом, в верхней части камеры духового шкафа создается более высокая температура. Турбогриль с конвекцией. В данном режиме включается гриль, верхний нагрев и вентилятор. Аналоговый таймер имеет два режима работы. Отсчет времени со звуковым сигналом в конце, независимо от духового шкафа, и выключение по окончанию приготовления. Для включения духового шкафа необходимо задать рабочие параметры и перевести переключатель в необходимое положение поворотом против часовой стрелки, задав время приготовления с помощью таймера, либо переведя духовой шкаф в режим ручного управления поворотом регулятора. Чтобы настроить время на аналоговых часах, необходимо повернуть регулятор по часовой стрелке. Регулятор температуры. Позволяет регулировать температуру от 50 до 250 градусов Цельсия. В комплект с духовым шкафом входит глубокий противень и решетка для сушки или приготовления на гриле. Хромированные телескопические направляющие позволяют легко вынуть противень из духового шкафа. Функциональный духовой шкаф EDM072C с винтажными поворотными переключателями и аналоговыми часами будет надежным помощником в приготовлении блюд по очень привлекательной цене. Lex. Ваша особая техника.